От английского proprietary trading firm. Так называют компании, чья модель бизнеса заключается в торговле на финансовых рынках на собственный капитал. Проб-фирма – это сложный механизм. Как в любом сложном бизнесе, здесь работают самые разные специалисты, маркетологи, юристы, программисты, риск-менеджеры и другие. Однако главное, что приводит бизнес в движение – это трейдеры. Трейдеры управляют капиталом компании, зарабатывая значительно больше, нежели они могли бы заработать на собственные средства. Компания получает основной доход в виде процента от общего заработка трейдеров. Пропорции, в которых разделяется прибыль между трейдером и компанией, могут сильно различаться и зависеть от следующих факторов. Величина капитала для торговли и комиссионные, которые фирма обеспечивает трейдеру. Торговые платформы, серверы, потоки данных, исторические данные и, конечно же, образование, которое фирма обеспечивает трейдеру. Как правило, в крупных компаниях трейдеры разделены на группы. Делается это для удобства контроля рисков. Поэтому во главе каждой группы обязательно стоит риск-менеджер, отвечающий за потери группы перед главным риск-менеджером компании. Не менее важной фигурой является ведущий трейдер. Это тот человек, который торгует и развивает новые стратегии, помогает развиваться всей команде в целом. Часто в его обязанности также входит обучение новичков. Таким трейдерам выгодно обучать новичков, так как таким образом они обеспечивают себе дополнительный доход. Фирма отдает ведущим трейдерам часть прибыли, полученной с обученных ими новичков. Как правило, различные трейдеры набирают учеников на разных условиях. От одних потребуют рисковый капитал, другим придется пройти сложные тесты и этапы отбора. И, конечно же, условия взаимодействия между учениками и обучающими их трейдерами зависят от тех же параметров, что и в целом взаимоотношения с проб-фирмой.